23 октября в нашем городе будет малооблачно. Температура воздуха утром -1. Днем ожидается +2 градуса Цельсия. Вечером столбик термометра окажется на отметке 2 градуса ниже нуля. Ветер северно-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 707-772 миллиметра ртутного столба. Люди приметили осенний иней к сухой и солнечной погоде. А я передаю привет всем родным. Застройщик ООО «Сальвия» предлагает комфортабельное жилье для молодых в микрорайоне «Радужный». Одноподъездные 10-этажные жилые дома, консьерж-сервис, отдельная комната для хранения колясок и санок, улучшенные грузовые и пассажирские лифты. «Сальвия». Подробности в отделе продаж. Улица Дорожная, 15А. Телефон 7027. 7027.